Всем здорова, с вами Минький канал, и сегодня мы с вами встречаемся в той же самой игре, на том же самом месте, где продаются наши любимые тинкеры. Сегодня нам добавили 3 новых масти этих прекрасных лошадей, и мы обязательно с вами одну из них сегодня купим. Поехали! Ну что, поехали покупать? Мне уже прям не терпится, ребята, если честно, купить этого тинкера. Давайте я вам сначала покажу, какие нам масти выпустили. Итак, нам выпустили вот такую вот бежевую масть. Я ее покупать не буду. И выпустили нам еще вот такую вот масть. Я, если честно, не знаю, как они называются, извините меня. Я не конник, в мастях сильно не шарю. И вот такую нам масть выпустили. Но покупать мы сегодня будем с вами именно вот этого тинкера. Именно вот этого. Он мне очень сильно понравился. И беру я уже вторую лошадь. Это у меня рыжая. И решила маленько разнообразить, купить немножечко другой масти. Ну что, давайте приступим. Это у нас будет мальчик. Точно мальчик, потому что это воздушная карамель, а это будет мальчик. И сейчас давайте мы ему придумаем имя. Все, покупаю лошадь. Купить лошадь. Ну что, поехали выбирать имя. Я думаю, ребят, можно оставить забавный матча, потому что он разноцветный, у него 3 цвета аж, вроде как черный, гнедой и белый, может быть, я ошибаюсь. Ну, давайте оставим забавный матч, мне нравится, в принципе. Воздушная карамель и забавный матча. Ну все, окей, поехали! Как-то вот у нас вот так получается. Давайте я с него слезу и посмотрим, как он выглядит у нас. Ну вот, давайте посмотрим издалека. Вот так вот они выглядят. Ну, прикольно, прикольно. В принципе, мой там амуниция подходит. Мне, в принципе, нравится, но у меня амуниция только такая к нему подходит. Давайте мы выйдем на улицу. И я вам подрублю классненькую музычку. И мы посмотрим со всех сторон на этого нового тинкера. Стоит вопрос, брать этого тинкера или не брать? Конечно же брать, потому что для меня этот тинкер, он очень красивый, и мне он очень сильно нравится. И я бы их все скупила, но, к сожалению, у меня не хватает денег. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Миленький канал.
и новые масти тинкеров. Всем пока-пока!